Уважаемые коллеги, внутренне я очень рад участвовать и присутствовать на таком большом мероприятии. Это для меня в первый раз среди таких высоких интеллектуалов, как вы. Вот. И поэтому я думаю, что это было бы для меня очень большой школой. Данная тема, я ее немножко переименовал и упростил, она представлена на данном слайде. Она для меня постулировалась и развивается за последние полтора года, данная тематика. Но поскольку она очень интересная, то она вселяет в меня бодрость и уверенность заниматься ей дальше. Значит, прежде всего следует сказать, что за последние десятилетия рассогласование между процессами мирового потребления и инфраструктурами управления, между производительными элементами мирового хозяйства и трансрегиональными перетоками ресурсов, товаров и услуг принимает все более угрожающий характер. Поэтому в начале 21 века предметом заботы мирового сообщества, в том числе и России, становятся не объемы производства товаров, а способность управлять большим производством, потреблением и обращением через мощнейшую сеть коммуникаций. Речь в докладе пойдет таким образом о проблеме самоопределения России в новом мировом и страновом контексте и о тех рамках, которые позволят сохранить идентичность и определенность действия в эпоху больших, как выражался Михаил Сергеевич Горбачев, судьбоносных перемен. Прежде всего, основными вопросами здесь являются следующие. Первое – это статус этой идеи. Второе. Понимание вызовов и процессов, которые происходят вокруг нас и требуют от нас обращения к подобным идеям. Третье. Действительность мысли, в рамках которой целесообразно разворачивать данную идею. И четвертое. Это проекты и инициативы, которые вытекают из этого вопроса. Итак, прежде всего, давайте вспомним, что представляет собой феномен разделения труда. Согласно тексту работы Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», написанное им в конце XVIII века, величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, умений и сообразительности, с каким он направляется и прилагается, являлись, по-видимому, следствием разделения труда. За последние 300 лет человечество накопило довольно большое количество примеров того, как та или иная система разделения труда напрямую способствовала развитию хозяйства в больших территориях. Ну, прежде всего, это создание Нидерландами системы разделения труда при сооружении морских судов в 17 веке. Это была самая мощная судостроительная верфь того времени. Это создание Англии системы разделения труда при производстве хлопчатобумажных тканей в 18 веке. И создание Генри Фордом системы разделения труда при производстве и внедрении инсталляции конвейера при производстве автомобилей. Сегодня такой опыт продолжается. Это, например, корпорация Boeing, которая в 2008 году также перешла на систему разделения труда в очень больших масштабах. Однако сегодня при расширении рынков сбыта и масштабировании деятельности крупнейшие мировые компании и государства приступили к формированию международного разделения труда. В результате, после распада биполярного мира, отдельные государства под влиянием корпораций стали объединяться по экономико-географическому принципу и начали оформляться региональные центры силы, торгово-промышленные площадки в Южной Азии с ее преимуществами, в Североатлантической зоне свободной торговли с ее преимуществами, в Евросоюзе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, как сказал сегодня Максим Григорьевич, существует только то, что имеет различия. Все эти территории имеют различия, они за счет этого живут и существуют. За счет того, что они нужны друг другу. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе играет роль, он сегодня играет роль, сборочного цеха электротехники, электроники и товаров широкого потребления, а также это центр мировой торговли. Значимость всех регионов в мире сегодня определяется тем, какое место занимают они в названных процессах и на что они делают собственные ставки. Следует признать, что Россия оказывает недостаточное воздействие на интеграционные процессы в международной хозяйственной жизни.
Огромные расстояния способствуют росту транспортных издержек, энергетическим потерям и низкой мобильности населения. Концепция размещения производительных сил по централизованному плану в некотором смысле игнорировала ценность человеческого капитала. Освоение территории страны шло как движение за природными ресурсами и вылилось в урбанизацию плохо пригодных или малопригодных для жизни территорий. В результате страна не смогла сконцентрировать человеческий капитал надлежащего качества для нового цикла индустриализации и связанных с ним технологических решений. Сегодня пространственная организация страны слабо согласована с системой глобальной логистики и слабо интегрирована в систему глобальных инфраструктур. Рыхлая территориальная структура способствует центробежным силам, сепаратизму и даже чревата распадом страны. Более того, следует сказать, что бедный человек привязан к месту жительства, а значит, имущественное расслоение может стать территориальным признаком. Зачастую Россия спасала величина территории, однако в современных обстоятельствах этот плюс превращается в минус. Так, если тарифы на внутренние перевозки сравняются с европейскими, то транспортировка грузов и людей на большие расстояния станет нерентабельной, а поездки граждан попросту невозможными. Таким образом, Россия ждет обособления территории и разрыв экономических связей внутри страны. Однако, тем не менее, уже сегодня можно предложить ряд решений, которые как бы выпистовываются временем и той ситуации, которая сегодня в мире существует. Мы с вами должны признать, коллеги, что глобализация началась не вчера и даже не позавчера. Этот процесс уже длится несколько столетий. 17-18 век – это была глобализация товаров. 19 век, 18 – это глобализация финансов, 20 век – это глобализация человеческих ресурсов. Мощнейший антропоток охватил практически весь земной шар, ну, по крайней мере, 1 миллиард человек сегодня находится в движении. Прогноз заключается в том, что к 2030 году в движение придут 2 миллиарда человек. То есть это каждый четвертый из нас будет двигаться куда-то, к новому месту работы, новому месту жительства и так далее. Таким образом, для всех этих передвижений нужна будет какая-то материальная инфраструктурная база. Вот об этом, коллеги, и идет речь. Согласно тем идеям и тем проектам, которым я импонирую, ситуация должна развиваться для нас следующим образом. Население должно по возможности жить южнее, а ряд транспортных магистралей и коридоров должны сшивать каркас России, что позволит удерживать целостность таким образом организованного пространства. Рационализация территориальной структуры в новых условиях таким образом увеличит заключающийся в ней потенциал скрепления частей страны в единое целое и сформирует единое пространство – экономическое, культурное и научное. Чтобы сформировать мощную российскую экономику, необходимо создать сеть транспортных инфраструктур и коммуникаций, которые были бы высокоскоростными, безопасными и экологически чистыми. Важнейшей задачей при этом, это второй блок задач, это интуиция точек роста, то есть пространственное проектирование. Рассуждая об организации на территории страны транспортных сетей, в качестве примера можно было выделить несколько проектов, в принципе способных преобразовать Россию в ключевую страну по удержанию и распределению ресурсов между главными игроками в существующей ситуации. Но прежде всего, это на Востоке может быть запущен проект строительства международного транспортного коридора между двумя торгово-промышленными площадками – японской и европейской. То есть это транспортный коридор, который еще был зачат при Сталине, стройка 506/508, Токио, Москва, Лондон. Следующее. На пространствах Тихоокеанского побережья к озеру Байкал необходима достройка и модернизация Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, которая свяжет южные районы Сибири с центральными и полярными землями. Далее, строительство транспортного коридора на полуостров Ямал и обеспечит доступ к нефтяным и газовым ресурсам арктического побережья и шельфу Карского моря с его богатствами. Впоследствии, с использованием современных технологий, необходимо продолжить и завершить строительство широтной магистрали, связывающей европейской части России с Норильским горно-промышленным районом и далее на восток. Все это даст нам возможность более мощно в современных условиях освоить крайний север и обеспечить трансконтинентальный транзит. Также необходимо создание транспортного коридора от Урала через Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию к портам Белого моря, к ее богатствам. Дополнять этот каркас, который будет создан внутри страны, будет международный транспортный коридор под названием «Северный морской путь», обеспечивая жизнедеятельность русского севера.
В ближайшие годы, учитывая, что многие порты морские, хотя они сегодня самые мощные, 80% перевозок это морские, все-таки становятся перегруженными. Поэтому Россия могла бы сыграть какую-то роль во всех этих процессах. Ну и в конце концов последнее, это следующее пространство, кроме России, это синхронизация действий России по отношению к другим территориям, к югу и к Европе. То есть вот здесь показаны четыре коридора, они, кстати, ну, просто плохо здесь выражены, а именно, это первый коридор европейский, европейский арктический шельф, Новая Земля, а далее к Южной Европе. Второй коридор это от Санкт-Петербурга в Мумбаи, это север-юг коридор. Третий коридор это Арктика, Центральная Евразия, арктический шельф и север-западной Сибири. Далее в Пакистан, Индию, Китай. И последний восточный коридор Колыма-Таймыр, Желтое море. То есть это через Арктику, в Китай, Малайзию и другие страны. Таким образом, мы получим следующую ситуацию, когда Россия станет мировым политико-экономическим терминалом, обеспечивающим транспортировку любых видов товаров, услуг, производства людей из одной части света в другую. Безусловно, от России это потребует использовать формы международной кооперации и пооперациональное разделение труда, аутсорсинг и аутстаффинг. Если Россия при помощи капитала российских и иностранных корпораций предпримет попытку реализовать подобный проект, то в этой ситуации станут доступными огромные пространства, связанные магистралями, а регионы получат тысячи рабочих мест на развитие новых производств и выход на международные рынки. Россия сможет получить контроль над стратегическими торговыми путями. В товаре, который будет производиться в мире и продаваться в мире, мы сможем получать процент с продаж за счет обеспечения перевоза грузов. Создание новых строительных материалов и транспортных модулей обеспечит формирование рынка с участием России на лидирующих ролях. Именно таким образом страна имеет возможность включиться в международное разделение труда, используя свою большую территорию, используя свою географию. И в конце концов, чем большему числу людей и сообществ в мире нужна будет Россия, тем она будет устойчивее. Чем большее число мировых проблем получит свое выражение, а возможно и решение в рамках русского языка, тем более востребованными будут культурные и человеческие ресурсы русского мира. За последние 100 лет мы получили опыт реализации уже подобных проектов в самых различных частях света. Это размещение заводов Форда в США и формирование транспортной инфраструктуры в связи с этим. Это строительство высокоскоростных железнодорожных автомобильных магистралей в Японии и формирование вместе с этим городских агломераций под вот эту транспортную структуру. И, наконец, это сегодня, это современный сценарий пространственного развития Китая, реструктуризация восточного побережья, индустриализация северного востока и смещение зоны нового освоения в пустынные зоны. Коллеги, в заключение. Человечество несколько раз переживало сложные периоды. И ответ при этих ситуациях всегда в итоге искался не в экономической теории и государственно-политических формах и решениях, а в действительности философской антропологии. Так как если у нас в наших моделях нет образцов человека, то все остальные компоненты становятся в практическом смысле непонятны. Непонятно, какова этическая и онтологическая рамка, ради которой мы производим организационное преобразование. Данный же проект охватывает все социальные группы России, способствуя их интеграцию и развитию. От отдельного человека и его судьбы до корпорации и государства. В свое время немецкий философ Файхингер сформулировал тезис о том, что есть вещи, которые должны быть. Если их нет, то в этом мире нельзя жить. Если мы допускаем, что в окружающем мире нет определенных явлений и сущностей, то возникает вопрос о человечности нашего бытия. Таким образом, мы указываем на тот класс процессов и явлений, которые делают для нас этот мир приемлемым. И как бы заставляет действовать нас определенным образом. И мы исходим из того, что даже если чего-то сегодня нет, то оно должно быть. Будет ли оно или нет, это вопрос истории. Сможет ли Россия реализовать указанный комплекс управленческих и организационных решений, зависит в конечном итоге от государства, корпорации и от нас с вами. Спасибо за внимание. Мне трудно сказать, вот две руки были подняты почти одновременно, потом Владимир Акимович. Давайте так. К докладчику, значит, доклад очень интересный, важный, но вы не затронули вопрос о радикальном изменении производства и демографии. То есть, что производство должно быть на новых основах,
та же самая 3D-типография, то есть изготовление устройств товаров на местах, рассредоточенное. Не нужно тащить продукцию, сырье и продукцию туда-сюда. Второе, это избыточность населения. Уже в 1961 году население Земли достигло 3 миллиарда. Это уже избыточно. Сейчас 7 миллиардов. Дальше идет к 8, 10 и дальше миллиардам. Куда это? И при этом не востребованы люди как творческие, как люди. И плюс еще вопрос, что производство непосредственно, рутинный физический информационный труд должен быть заменен с людского на технических роботов и автоматов. А человек должен интеллектом работать. Вот что. Так, сейчас ответ будет. Они творцов. Ну что? Ну, безусловно, я с вашим замечанием согласен. То есть демографический вопрос надо было упомянуть и раскрыть его пошире. Единственное, коллеги, что я хотел сказать, что, допустим, в современной реальности, например, Армения. В Армении более половины населения живут за пределами территории Армении и обеспечивают экономический результат в 6-8 раз превышающий, чем те люди, которые живут в самой Армении. И, например, еще Китай. 1,5 миллиарда человек. 1,5 миллиардное население – это мощнейшая база человеческих ресурсов. Но 100 миллионов китайцев живут за пределами территории Китая и обеспечивают вот эти международные торговые сети. И это тоже дает потрясающий эффект, как если бы наоборот, если бы они жили только внутри Китая. Поэтому я думаю, что нам вот этот как бы процесс, антропоток, так называемый, да, надо четко отрефлексировать и понять, как нам можно в нем сыграть. С выгодных для нас условий. Сейчас Николай Иванович, кстати, я не одновременно поднял. Я хотел бы сказать, что доклад действительно интересный, но говорить об экономике вне политики, по-моему, сложно. То есть вы не затронули вот этот момент, а он сейчас именно... Но, знаете, на самом деле, с точки зрения нормативно-правовой базы, данная как бы вообще концепция, она была спозиционирована еще в плане социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, по-моему. Вот. Но удивительно, что у нас, например, крупнейший инженер России, который с 1975 года постулирует эту идею, у него есть вот и средства, и технологии, и все это. Анатолий Эдуардович Яницкий, автор струнно-транспортной модели, да, перевозок транспортного поколения. Он прямо буквально на моих глазах, ну, я видел много видеозаписей, обращался напрямую к президенту Медведеву. Никакой реакции на это вообще нет и в принципе не существует. И когда они обратились в Австралию, там акционеры обсуждали подобные вопросы, они говорят, а государство у нас вообще этими вопросами не занимается. Мы занимаемся исключительно бизнес-структурой. У нас есть средства, мы сами решаем то, что нужно. А государство, оно может нас либо поддержать, либо попридержать, и все. Оно играет вот эти роли. А у нас политизировано, да, у нас сложнее гораздо. Владимир Акимович, просто, пожалуйста. То, что вы рассказали, безусловно, интересно. Но это относится к развитию производительных сил. И совершенно не затрагивает проблему производственных отношений. Между тем известно, что если производственные отношения отстают от развития производительных сил, то производительные силы будут тормозиться. И это одна из причин, почему Медведев не обратил на это дело внимания. Потому что наши современные производственным отношениям совершенно не соответствует это дело. Вы же правильно сказали, что они занимаются бизнесом, но бизнесом каждый занимается для себя, а не для системы в целом. Как вы на это смотрите? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что сегодня вот это вот строительство, да, и сооружение каких-то конструкций, вообще, независимо, что мы имеем в виду, авиатранспорт, судотранспорт, автомобильный транспорт и так далее, ориентирован на новые виды материалов, которые в разы, а некоторые в 10 раз дешевле, чем те, которые были раньше. И в этом смысле использование и загрузка всех производств, производство этих новых материалов, она становится реальной вне зависимости от того, высокий у нас очень уровень производства или нет. Например, как вы думаете, коллеги, какой самый крупный аэропорт в мире сегодня? Нет. Шереметьево. В Объединенных Арабских Эмиратах. Аэропорт имени шейха Махмуда, там нет производственной инфраструктуры никакой особой, но они обеспечивают транзит, перевозку с Европы и далее туда в Азию, на юг.
Он обеспечивает один этот аэропорт больше перевозок людей, чем все аэропорты Российской Федерации вместе взяты. Это потрясающе просто. Но это есть, и там нет инфраструктуры, производственной вот этой базы материальной. Пожалуйста, ваш вопрос. Простите меня, пожалуйста, я очередное короткое высказывание хочу, очень короткое. Значит, вот в условиях, однако, надвигающегося мирового кризиса, его еще не было. Все разговоры о кризисе пустые совершенно слова. Значит, Россия держится вот в этом тренде сырьевом, абсолютно разумно и справедливо. И подчеркиваю, разумно и справедливо. Потому что кризис будет на днях, да? Теперь, значит, вот эти транспортные инфраструктуры России как коммуникатор с ее пространством, разумеется, это выгодное географическое положение. Но у нас есть еще два элемента козырных. Первое – высокий IQ генетически заданный. И второе, значит, гигантское пространство снимает сейчас проблемы коммуникации в связи с тем, что возникло новое законодательство о труде. Фриланс. Два года назад подписан закон о фрилансе. Спасибо. А вопрос? В чем вопрос? Да. Дистанционный. Да. Это реплика была, да? Да. Тогда, может быть, еще раз, Владимир Акимович, не понял вопрос по поводу производственных отношений, да? Вы понимаете, что меня смущает? Найдутся ребята, очень крупные олигархи, которых мы гордимся тем, что у нас количество олигархов на душу населения больше, чем в любой точке земного шара, включая. Значит, и они будут все это строить под себя, а совсем не под нужды народа. Потом начнется разговор о том, что избыточное население, так кто, для кого? Вот эта система для людей или люди для этой системы? Значит, нас будут использовать как рабов здесь, а безработица будет расти, и будет стоять вопрос об изъятии гуманным путем всего избыточного населения. Меня лично не устраивает такая перспектива. И территории. И найдутся внешние хозяева, да. Понимаете, которые начинается разговор. Это уже происходит. Что люди живут не там, где надо работать. Не работа к ним приходит и организуется, как было в советское время. Там хорошо или плохо, это другой вопрос. Но люди становятся избыточными. Они не нужны в веке грядущей автоматизации, в век скоростных поездов, перекидывания товаров из одной точки в другую. Человеку здесь места нет. Как быть? Но понимаете, если мы говорим об индустриализации нового этапа, да. То для всех для оргпроекта по обеспечению этой новой индустриализации нужны будут люди. Это тот же будет этап. Их не нужно будет столько. А после того, как система будет реализована, Владимир они вообще Ильич, будут не нужны. Владимир Акинович, вы не дадите человеку до конца. Почему я дал? Да нет, я готов. Я люблю подобные, так сказать, ситуации. Понятно. Вот. То есть вы не трогаете существующую экономическую систему мировую. И начинаете ее улучшать. Вот что я увидел. Как это не трогаете? Так обыкновенно не трогаете. До основания, а затем вы уволите ее, да? Я не в этом дело. Пока я задаю вопрос. А рецепт другое дело. Понимаете, в чем дело? Есть у нас сегодня за последние 20 лет достижения мирового сообщества. Называется интернет. За интернет мы платим? Ну что? Практически нет. Ну, это минимальная сумма, она не имеет значения. Есть Skype. Мы платим за Skype. Понятно. А почему не платим? А потому что масштаб потребления этого ресурса, он настолько низкая стоимость и настолько огромен массив людей, которые этим занимаются, что брать за это деньги бессмысленно. Если мы сможем из виртуальной реальности этой сети интернет спроецировать нечто подобное в реальность и построить подобную сеть при высоком уровне потребления и низкой стоимости всех затраченных материалов. Какой высокий уровень потребления? Зачем он нужен? Высокий уровень. Количество людей это уменьшается. Мы живем в обществе потребления. Да, но дело в том, что человек сегодня должен быть обеспечен с точки зрения мобильности. Зачем?
Начинается дискуссия, у нас на две минуты. Вы все хорошо и интересно рассказали. Осталось еще два вопроса, да? Можно, да, короткий вопрос. Немножко о молодежи. Здесь все сидят, старшее поколение, да? Приходишь в вуз, там такие объявления. Будь креативен, значит, дай идею. Говорится, куда подать, а потом узнаешь, я не буду вуз называть. У тебя берут эту идею и для своих. Совершенно верно. Да, это первое. Второе. Вот у нас есть Беломоро-Балтийский канал. Это старая постройка водная. По ней сейчас работает ОСУ на Большой или Малой Морской и не могут организовать в последнее время работу. По ручейкам собирается с Сибири, с Урала все наши богатства, из Хибин, удобрения, металл, там много всего. Извините, на вопрос 30 секунд, да, надо ответить. Да, нет, вот то, что вы предлагаете, то есть эта транспортная сеть обеспечивает за рубеж нашими ресурсами. Точно. А люди получают копейки, и мне генеральный жалуется. Он не может вот там вот найти людей, которые будут работать в таких условиях сложных, да, потому что все хотят все-таки быть социально как-то приподнятыми. Я то что есть, хочу сказать? То есть люди страдают. Понимаете, в чем дело? У нас есть множество примеров, например, Сингапур. Как Сингапур развивался? В частности, один из планов, который реализовал Ли Куан Ю, заключался в том, что они открыли границы и запустили корпорации. Ну, казалось бы, это же зверство, но они запустили корпорации, освободили их от уплаты налогов на 5 лет, и они подняли всю промышленность Сингапура.